Всем привет, ребят, с вами Акаги, и сегодня мы с вами поиграем в Майнкрафт, и как всегда, он будет супер необычный. Кто в Майнкрафт? И вы смотрите, кто со мной на этот раз. Градмайн, Вазачел, Раньки, Килл Лео. Это я. Градмайн, какой Гран? Нет, это твое имя, в чем смысл? То же самое, что я буду бегать. Влад, Влад! Зачем? Градмайн! Это тупо. О, он имя свое выучил наконец-то. А необычный видос будет тем, что мы сегодня с вами играем в прятки. И прятки необычные. И нет, нам с вами не придется прятаться в каких-нибудь домах или за деревьями. Нам придется прятаться за мобов. Я уже раскидал на всей этой территории огромное количество мобов. И я вам заранее хочу сказать, кто туда пойдет, тот лох. Я тогда буду за бобра прятаться. А бобров нет. Ну слушай. А где Влад? Его плотину уже снесли, так что виде телеграм-канала. Боже, сколько мемов за начало, за минуту видео просто. В общем, давай-ка сюда. Как его назвать? Плотина? Плотина, иди сюда. Серега, его зовут Серега. Серега, иди сюда. Ну что, давайте определяйтесь, кто же первый подойдет и будет выбирать, кем же он будет. Кто ты? Я прячусь. Ищешь. Ну все, можно вообще ничего не делать, но все равно. Все, мы с вами все забрали. Сразу же, пожалуйста, верните все записки туда. Хорошо? Хорошо. А да. Что, думаете, крутые самые, да? Думаете, самые умные? А ну прячьтесь, прячьтесь. Надо я сейчас найду брать, вас, да? По попке надаю вам, потому что Градмайн найдет каждого. Ну что, Градус, у тебя буквально одна минута, и мы должны за это все время спрятаться. Все, погнали, погнали! Ребята, ладно. Вы найдете каких-нибудь мобов, так. Превращайтесь в них! Ребят, нет. А можно я вам нет. расскажу интересную нет. вещь? Вы нет. знали, что нет. в Польше нет. Есть вода? Нет, нет, нет! Я не вижу ни одного моба! Что за бред? А вот надо найти какого-нибудь моба. Я спрятался, а вы как? Да, все. И я. Ну все, остается только ждать. Что это такое? А, ну что ты там, зарядился хорошим настроением? Давай, иди ищи нас. А, подождите, сейчас я выдам нет. себе скорость. Нет. Да. А все, у тебя, короче, тогда время пошло, у тебя 8 минут. А карта настолько огромная, что я даже не знаю, где можно... Тебе надо в сторону города идти. Смотри, мы все равно будем применять фейерверки, так что все будет нормально. Нам же сказали, если мы пошли не в ту сторону, мы гады и гадюки. А что мне делать с мобами, которых я встречаю? Их можно убивать? Да. Просто всех, что ли? Нет. Максимум 10 нет. штук можно. Ну да, у тебя есть ограничение. 10 мобов ты можешь уничтожить, если никого не находишь, хотя бы одного я человека, то все 10. Плохо становится. Ну все, ты проиграл. Спасибо за игру. Ну ладно, обнуляем тех 10 мобов. Но город очень большой. Я не знаю, как в таком городе можно найти игроков. Легко, надо тебе найти просто сначала, где мобы водятся. Хорошо, ребят, let's go в фейерверке. Окей. Все. Я пустил. И я. Где-то бахнуло в левом ухе. Давай, давай, ищи. Это, наверное, старость. И я даже не понял, где, потому что в доме нет. В домах, кстати, нельзя прятаться. На территории домов можно, а за что такое? Во время ролика. А сколько фейерверков я могу попросить? Три. Три. Жопу подать три. Молодец. Понял, Градмайн. Вот смотрите. Сегодня просто разжигает и отжигает. Я по так полной. Понимаю, когда будет искать Акаки, у нас появится фигня по типу, теперь вы можете прятаться только вот в одном этом загоне. Нет, такого не будет. Такого у меня будет. 20 минут на поиски. Я погнали. Не дам вам такой простор для творчества. Вы будете прятаться на одном блоке. Хорош, Серега. Мобов очень много, локации очень большие, тамада хорошие и конкурсы интересные. Подожди, я сделаю так, чтобы тебя хотя бы было видно. Да господи, я могу сам сделать. Вот так вот, хоп, одной командой. У меня одна кнопочка на стримдеке, я крутой ютубер-стример. Ну я вижу, где ты бегаешь, и хорошо, что ты далеко от меня. Магазин, зин-зин-зин. Влад. Выливаем мы бензин, да. А ты где есть? Я? Вот он. А, нифига себе. О, стоп, я сейчас видел подозрительного моба, мне кажется, я понял, кто это был. Что за моб подозрительный? Да не, я говорю про Градмайн. Как много мобов. Вы давайте с ума там не сходите. Ну что, Градмайн, хочешь еще одну подсказку? У тебя остается, кстати, 5 минут всего лишь. Мне хочется... большую пачку лейс с крабом. То есть он не спас детей, ребят, знаете. Так, я ради интереса, наверное, еще фейерверков запущу. Все, давай. Райм вышел из игры. Сейчас запустите фейерверк. Кто в плане что? Он сказал, я вышел, мне надоело с вами сниматься. Нет, я сказал, что я вышел из укрытия. Я вот еще фейерверк пускаю. Я подумал, он сейчас скажет. Че? Из укрытия.
Так, укрытие, скажите, пожалуйста, Райм, фейерверк можете запустить? Я их бесконечно запускаю. Я тоже запустил. Ты не видишь их? Я тебе так скажу, там вряд ли кто-то прячется. Я вообще далеко, наверное. Да. Далеко. Ты, я, да, и мы видим, ты очень-очень далеко. Я в городе, ну, сразу говорю прям. Где-то в поле, молодая. Я вижу взрывы. Все, я, вы напротив так меня. Легко. Так легко. О, привет! Я вижу, прыгали. Не догонишь, не достанешь, не поймешь. Он к вам идет, не поймешь. Фу, он меня не здесь видит. Флаги. Ты меня не видишь? Я видел. Я просто вижу, как там. Я вижу, как там запускают просто фейерверки. Стоять! Опа, ретард алерт. А, не-не-не, давай. Фух, развернулся, отлично. Далеко. Фейерверк! Эй! Я столько запускаю. Вы только запускаю. Три. А где? Почему я даже не увидел? Да вот, они только что взорвались. Не видел? Нет. Ты вообще... Ты вообще слепошарик. О, он ко мне вообще подошел. Слава богу. Он просто меня пропустил. Он просто меня пропустил. Да, конечно, конечно. Конечно. Шоколадный ты медведь. Шоколадный, фейерверк. Конечно. Фейерверк. Эй, граду! Стоять, не двигаться. Ты меня видел? Как лоха. Ау. Как лоха. Алло. Как лоха. А, нет, я не увидел. Пацаны. А, он увидел мои фейерверки, не увидел меня, отлично. Я вообще не могу, тут так много... Я честно сознаюсь, я уже больше 10 убил. Да пофиг уже. Давай. Я не думал, что так. И время уже прошло больше минут 8. Какой же скам. Не-не, у него 2,5 минуты остается, 2,5. Ты меня увидел хоть в этот раз? Алло. Самое интересное, что мы держимся все в одной зоне просто сейчас и все. А почему Райм? Ой, можно эту свинку как-то достать? Черт! Я просто узнал, я просто... Райм, короче, я что подумал, я здесь раньше прятался в этом уголке. Я тоже в этой локации уже прятался. Давайте, фейерверк. На. А что он не взрывается в конце? А, вот. Взрывается. Я убил уже больше 20 мобов. Не, ну ты нашел одного, так что у тебя, считай, счетчик сбросился немного. Илья, назад. Назад и направо. Нет, да куда ты пошел? Назад, вот. И смотри направо. Что там? Что там было? Я уже говорил. Так, он там просчитывает что-то, я уже вижу его. Он стоит спиной на F5, я тебе клянусь. Так легко! Так легко! База! Ребят, ну это база, я даже спорю. Это база, это не база. Прорвало, пацаны! Это база. Ну ничего, построили новую базу. Базу. Так, у тебя остается 30 секунд всего лишь. Нельзя телепортировать! Подождите, а куда свинка телепортировалась? Какая? Которая Каки. Летающая свинка. Это я. Да так нельзя! Так нельзя! Нет! 13 секунд! 10, 9, 8, нет! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, нет, все, отлично, ну так нечестно, ты сколько раз телепортировал? Ну что, теперь я буду искать. Считай до 1000, а мы погнали прятаться. Сколько, я таких цифр не знаю. Нифига себе. Не обращай внимания. О, а это кто? Подождите, я забыл фейерверки. Ой, точно, фейерверки. Ну ладно, давайте отложим тогда начало. Да тебе 1000 считаю, я думаю, мы успеем. А, до 1000 считать? А что так много-то? Ну, так получилось. Ладно, 1, 2, 3. A few moments later. 998, 999, 1000. Что, спрятались? Да. Да. А что так серьезно, я не понял. А мы серьезные взрослые люди, мы шутки не шутим. Хорошо, мы... я вас это, понял. Вот это ваши пипи-пупи, каки-каки, мы не... И все мы акаки. А что ты рассмеялся тогда в этот момент, а? Потому что меня смешат шутки про говно. А, понятно. Так, значит, вы где-то спрятались, да? Угу. Это ты? Это похоже... Это я хотел сделать! Ты увидел, да? Это я хотел сделать! Это я сделал! Это ты! Блин, ну какой... Блин, я думал, я такой уникальный. Что вы там сделали, я не понял. Ну ладно, не хочу быть... Не, я хочу... Ладно, я буду такой, как и все, окей. Слушайте, ну я нашел, кажется, кого-то. Думаешь? Ну, не уверен. И еще одного нашел, я что-то тоже не уверен. Не, ну ладно, ладно, это, скорее всего, нормальные мобы. Так здесь должно было заспавниться. А! Кецкие! А можно, пожалуйста, фейерверк? Да на!
Спасибо. Подождите, а он этот? Быстрее меня, у него скорость? Нет, у меня нету скорости. Кажется, я в тупике. Что же мне делать? Вы чё? Вы что делаете? Вы на элитрах? Я в выживании, я ничего не делал. Какое выживание? А ну иди сюда. Как ты полетел-то? Я не выживание. Ну, я в выживании. Как ты полетел, гад? Это магия моего призывателя, ведь он магистр. Ага, я вижу, какой он призыватель. О, кто тут рядом? Убиваю его. Это был отвлекающий маневр, брат, чтобы тебя спасти. Спасибо, брат, я сбежал, брат. Правда, брат? Да, брат. А, я его запутал, брат! Брат! Ну это вау, брат. Вау, брат, бро. Так, а вы знаете то, что мобов нельзя менять, если а что? А где наш уголек, вы знаете? А что так поздно ты говоришь об этом? А я обо всех правилах буду поздно сообщать. После того, когда становится неудобно. Какие же это базированные прятки? Да боже, меня один человек просто водит за нос. Не-не-не, я понял. Ой, а это ты, Райм? Это ты такой в халате? Я в халате. А, это ты в халате, привет, брат. Я убегаю. Погнали. Он меня сейчас телепортирует. Беги, нет? Беги, брат, беги, а брат, он идет за нами, брат. А, Хрюшка, беги, Хрюшка, дальше сам. А, он улетел. У него что? Нет, нет. Ребят, открою тайну, это элитры. Ну что, у нас же фейерверки зачем-то есть. А зачем нам элитры? Ну потому что фейерверки есть, а зачем тогда фейерверки? Блин, брат, ты меня подставил, брат. Я? Извини, брат. Ну ничего, брат, я умер, чтобы ты жил, брат. Говно произошло сейчас с моим инвентарем. Что же? Мне его очистили. Интересно, почему? Вообще без передел какой-то на прятках происходит. Это называется прятки без правил. Да, прятки без правил. А ну давайте фейерверк. У меня нету больше. А что это за дракон здесь летает такой в белом халате? Что? Райм понял. Нет. А ну, а как Райм выглядит? Да, 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 нет, я ошибался. Так, ладно, ладно. Кто а барьер-то мобов? Сужается или нет? Да, да барьер да. Сужается. Фейерверк. Нету фейерверк. 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 Сегодня Акаки идет на охоту. Он выплыл сейчас из болота. Идет атаковать каких-то курочек. Зоночка. Зоночка! Приближается к моему очечечку, зоночка. Ну чё. Ну быстрее, ломай! Ну где он, где он? Я ж тут тебя видел. А кто остался? Только я и Влад? Не, я умер. А, ты умер? Нифига, ну тогда да, только ты и Влад. Вот это да, вот это да! А как я сейчас кого-то пробежал мимо? Там. Как я выжил? Как ты выжил? Я застрял в блоках, где уменьшалась эта фигня, успел выпрыгнуть, и, короче, меня даже не съело. Пацаны, барьер. Барьер приближается. Правда, это превращается все в королевскую битву, кстати, я только сейчас понял это. Ну не, мы... Ну слушай, это односторонняя королевская битва. Да, ну да. Ааа, чё? А, ты вообще был беспалевный, я на шару ударил! Я знаю, а ты вообще нечестно. Так. В смысле? На шару бить нельзя. Мы бьем всех подряд. Так, подождите, нет, мы бьем только нравится, когда знаем. Мне не нравится кое-что. Сейчас. Далеко. Сейчас. Мне не нравится, что я не подсвечиваюсь, да, наверное? Да. Дайте ему, пожалуйста, фейерверков, пожалуйста. А, не все, надо. У него закончились. Да ладно, правда ради, господи. Да какой закончил? Он сам их удалил. Ты даже не перепутаешь его с другими мобами, какая разница? А сколько время? То есть мы будем сужаться, пока один блок не останется, и все равно. Нет, пока не останется радиус 20 блоков. Офигеть. Ну нормально, нормально. Я сейчас снимаю просто сверху и вижу вас двоих, это так смешно. Ты видишь сразу нас двоих. Я тоже. Неправда. Я не вижу нигде. Вспомни, что он бобер. Где ему лучше находиться? На разрушенной плотине. На взломанной, правильно. А, ну извините, пожалуйста. Плотину взломали. Так, беги, Форест, беги! Да чего ты меня пугаешь так? Да ты не Форест. Да. Все, Форест, можешь не бежать. Все танцуют, пьют и водку. Ну сколько она еще сужаться может? Имба какая-то, там не было места больше нигде. Ну Влад, будем объективны, ты взял не очень хорошего персонажа. Дракон был явно лучше. Да, согласен. Ты хотя бы мог улететь, но я так и тебя услышал просто. Ну все, тогда теперь должен кто-то еще тогда искать. Дамы и господа, кто в этот раз ищет? Вас зачем? Я ищу. То есть ты будешь искать, да? Я буду искать. А что, разве нет? Ну хорошо, давай тогда. Ну что, Влад, до 1000 считай, как обычно. Я не умею столько. Можно получается в любых мобов превращаться, правильно? Да, 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 да. Я стану опять стержнем. Каким еще стержнем? Давай-ка без этого. 1000, все, ребят, погнали. Так, не погнали, стойте, я еще...
Я умираю! Далеко, далеко. Нарыгала градуснюшка, блин, нормально. Чё, охренел? Ты чё, ну то это ж правда. О, я вижу, где он там. Выходите. У меня была идея, что я забыл, что подсвечивается. Я думал, я сам спрячусь. Вы потеряете бдительность, я на вас нападу резко. Ну а все, ты подсвечен теперь. Ну, теперь понятно. Так, кстати, я напоминаю, можно прятаться в домах, если вы не знали. А, точно, я уже забыл про это правило. А еще у меня 5 секунд на поиски. Ну, кстати, у тебя время уже вышло, ты проиграл уже. Эй, черт! Пока, ребят, спасибо всем. Влад! А да. Кто ты? Так подойди. Сейчас. А я к нему подошел, он чешуйница. Он не подходил, он врет. Вот именно. Мне делать нечего больше подходить к чешуйнице. Внезапный фейерверк. Внезапный деп. Быстрее, где? На другой стороне карты. Хорошо, я побежал туда. Мама, я забился в угол, мне страшно. Бойся! 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 Я нашел идеальное место. Я нашел идеальное место. Я готов здесь просидеть все время. Fireworks, пожалуйста, fireworks. А у меня нет их. Ты... врешь? Я... нагло. Влад как будто слизнячок, вот есть такое ощущение. Слизнячок? Гиш, так называемый. Это так смешно. Все, спрятался? Я под землю зарываюсь. Да. А! Ну, ладно, ладно, останусь здесь тогда. Ладно, я нашел очень хорошее место, очень хорошее. А чё ты не ты в креативе, дурак, я тебя ударил. У меня уши только... А почему ты не умер? Ладно. Ну ему в один фиг надо в воду возвращаться, он умрет. Нет. Да, я пытался, я тоже за него хотел поиграть, чуть не умер на воздухе. Мне кажется, меня вот 100% не найдут, я очень-очень хорошее место нашел, но при этом я случайно туда попал. И возможно, это читерское место. О. О. А смотри, 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 ты видишь это? Ну как? Ты видишь это? Как? Это жесть вообще. Кто посадил кряку? Зачем туда вообще? Это вообще угар. Чисто вот так, оп, притаился. Опа. Бульк. Мы с Раймом понимаем, о чем речь, если что. Ну, я вот не понимаю, поэтому я сейчас в неведении нахожусь, и для меня вы просто какую-то фигню сейчас разносите. Разносите, то есть мы еще как заразу ее разносим. Ну да. Майн. Нет. Поплыли. Ой, побежали вернее, конечно же. Понятно, они издеваются надо мной. Что это было? Он думает так. Я маленький кенгуру. Кенгуру! Кого я убил? Кого убил? Никто. Летучая мышь просто вот так вот по полу бегает. Что это было? Я в восторге, ребят. Да ты вообще сумасшедший. Ты можешь найти хоть кого-нибудь? Это тяжелее, чем ты думаешь. Да нет. Да, наверное. Да я всех нашел же. А хотя бы прятались как бы нормально. Два дракона. Один поборник. Ладно, я позвал Вазочку помочь мне. Сейчас он разберется. Здорово, киньте. Сегодня мы ищем с вами поганцев. Я слышал лошадь. О, кони. Да блин, как... Кони вообще-то хороший. Я хотел сказать... Кот. Вот. Я, значит, Владу фейерверки направляю, а он не идет на них. Да я не слышу, я потерялся. Ой-ой-ой, это было прям рядом. Ой-ой-ой. Ой. Ням-ням-ням, маленькая фуга. А почему такой быстрый, что? Потому что я рыба фуга. Рыбы всегда быстрые в воде. Че, не знал? Это круглая рыба, у нее нет аэродинамики, подводной динамики или что там. Так она не всегда круглая, ты че? Она вздувается. Она когда моллюска, она тоже круглая. Нет. Да. Нет. Хорошо. Ну вот и все, договорились. Ладно, еще секунду даю вам. Дальше я начинаю ловить всех просто. Ну это хорошо, это хорошо. Все, пошли. Ты сумасшедший, Влад? Че? Да не видно никого тут. Ладно, у него еще есть время, у него еще есть время. Я вижу мир в общих чертах, понимаешь? То есть я смотрю, какой весь пейзаж. Я не обращаю внимания на мелкую вот эту шелуху. Моторику. Мне даже интересно, а за кого вообще остальные-то спрятались? Да за рыбу фугу. Так, и? Ну может быть, хватит уже. Конец-то нафиг! Конец-то нафиг! Он черный кот, Влад. Он черный кот на координатах минус 410, 840. Вот, он бежит теперь 403, 400, 395, 393, 399, 400. Где он? Я его потерял. Ага, он в дереве. Координат минус 394, 834. Ты же можешь меня-то пэхнуть уже просто. Не-не-не, так неинтересно. Ага. Здрасте. Вот, он прям под этим деревом. Давай, Влад, давай, давай, куда ты? Под деревом! Да я вижу, я... Вы что делаете? Он бежит, он за кустами, Влад!
Вот он, Влад. Боже, ну ты вообще это... могу, ну ты... О, он уже убежал, Влад, вон он бежит, бежит, кот. Сзади, Влад, сзади, Влад, сзади. А где... Стоп, вот прямо беги, а прямо Градмайн нет, где? Сзади. Где Градмайн? Правее, сзади, Влад, сзади, да не за этим деревом уже он, за другим, вот ты на него смотришь, прямо за этим деревом он стоит. Да трамвай-то, наконец-то. ТП градус. Он находится на координатах минус 387-811, давай он... Я по-твоему корабль, как я буду ориентироваться? Координаты минус 413-808, ты прямо около него, Влад, давай, да куда же ты, он закапывается, Влад, сзади, справа. Он копает. Да, прямо, прямо, вот он, вот. А где он, где он, где он? Вон он, я... Он за барьером. Он, на минус 390, где он? Он под землей где-то? А, он телепортируется. Он такой вот мальчик. А. Нельзя правила нарушать, ты что, с ума сошел? А, вообще-то. Ты что делаешь? Офигеть, градус не по правилам, пишите все в комментариях, градус гад. Да, давайте все пишем в комментариях, что градус не по правилам играет. Градмайн не по правилам играет. Так, ну все получается, остается только Леонид. Влад, придется. Ну как ты все это время не мог найти меня, скажи? Ну, наверное, потому что вы малюсенькие. Вы малюсенькие штучки, вас не видно буквально через миллисекунду. Как ты меня не нашел все это время? Ну давай, давай, как хочешь, в целом. Делай, давай, что тебе давай, нравится. Давай, если тебе так удобно, давай, давай, я буду сейчас давай, молчать нападай, просто. Давай, давай, нападай, давай, давай, нападай, давай, давай, нападай, давай, давай, давай. Ну никто давай, не против, давай, поэтому давай, в целом-то давай, что давай, уж нападай. Тут. Ну, дело ваше, как говорится, правильно? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, пятнадцать, двенадцать, двадцать, двадцать, один, двадцать, двадцать, три, двадцать, четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, три, четыре, пять, я иду тебя искать. Подожди. О, Влад, я тебя нашел пока. Отвернись, отвернись. Я считаю до пяти. Не могу до десяти. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду вам жопы надирать. Я тоже думал в него превратиться, ты. Да ты меня видишь? Да, походу. Маленькие мальчики вот я, и вот, девочки. Да, я понял, да, я тоже хотел. Ты читаешь чисто мысли. Привет, слаймик! Просто слизень. Так, маленькие девочки и мальчики, выходите ко мне, я мороженщик, я принес вам мороженое. С ума сошел. Я уже фейерверки запускаю, ты что, реально не видишь? Я не вижу. О, меня бьет слайм. Кто наспавнил слаймов? Все, я запустил, я убил курицу. Ладно, будем честны, Райм, тебе не нужно, чтобы меня найти, фейерверк. Эй, эй, эй! Ты что, дурак, что ли, как ты понял? Ну, я видел дым от курицы. Почему мне вот этот хей хей-хей напоминает My Little Pony. Да-да, такая Little Pony. Не заходи в мой сарай. А я не буду заходить в твой сарай, ты главное меня не найди. Маленькие животные, идите сюда, я добрый мясник Райм, я буду вас гладить просто и все. Слушай, давайте дам все-таки подсказку. Я, если что, стал курицей. В прошлой игре. Ну, нет, я тогда был кошечкой. О, ты кошечка. Вкусная курица. Мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу, ух ты, игривая какая кошечка на Акаке. Это я, да. Я вообще никого не вижу. Не, градус это имба, ребят. Я фейерверки Райм запускаю, давай, видь их. Я их не вижу. А можешь запустить еще? Смертельная резня на крыше опять. Это у Райма сейчас буквально. Ну что, почему никто из животных не хочет со мной дружить? Интересно, почему? Может, ты маньяк просто? Я... Ни в коем случае. Когда последний раз у нас были прятки по правилам? Ни одного в жизни, ни разу. Маленькие мои, маленькие. Да говно, это нечестно. Да это я, извини. Я знаю. Блин, я спалился как лох. Я тут пару раз включил свечение для всех, так что... Я его тут обманывал, я из креатива резко вылезал. А я думал, что я вот уже близко к своей жертве. Я из креатива вылезал и врубал эти фейерверки. А смотрите, что я могу сделать. А, Влад, тебя уже все поймали? Да! Ну ладно, тогда по-другому сделаем, вот так. Он хотел надо мной поиздеваться, слышали? Я бы вышел инста. Я включил свечение для градуса, так что ты мог его увидеть, но ты его не увидел. Не снимай с меня эффекты, Акацки, ты все руинишь. Что? Я был за барьером. Кто из вас находится в воде, фейерверк? Блин, кажется, я что-то слышу. Райм, не находишь? Ты вообще жопа. Я тебе подсказал вообще-то. Что? Это не... Ой, сейчас так хорошо просто свалил оттуда. Ты кого там ищешь, Райм? Фейерверк! Фейерверк! Так вот, фейерверк был. Фейерверк!
Фейерверк. Привет, бройлер. Нет, нет, реально бройлер, давай. А меня слизень не убил, ты не смог, ты не смог. Это ничего страшного. Нет, это не считается. Это считается, я бы тебя убил. Градус, 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 градус. Получай! А вот теперь ладно, теперь считается. Илюша! Да ты издеваешься! Да. Тихо. Ничего, я думаю, ты скоро найдешь. Эй, привет! А как ты за барьер вышел? Я не знаю, а ты как вышел? Ах ты, зараза! Срочно уберите все эффекты у него! Как он смешно убегает! Кто победил в этой игре? Он реально меня не видел все это время! Он изначально убил двух, а потом ушел! А ты там стоял все это время? Да! Ой, это было прям мощно! Я впервые вижу, кстати, чтобы Райм победил, честно. Кстати, да. Да ладно, чем мы поддавались ему? Ну, ей-богу, реально. Я не поддавался! Я не поддавался! Ну ладно, а как я? Не, ну я хорошо спрятался. Я типа там под дом залез, я думал, мне не нужно будет. Как ты поддавался, Градус? Ну я поддавался, естественно. Ну как ты поддавался, Градус? А, ну я, блин, гигантская махина, которую трудно не заметить. Так это твои трудности были. Таким уж уродился. Всем спасибо, всем пока. Ты.